смысле? Ты лягушка предательская. Ты что наделала? Ну, ты кого еще убила? Ева настолько прям идеально вообще вытерпела свою смерть. Да? Ева будет голосовать за Ёшу, а Ёша за Еву, потому что один из них предатель. Нет! Нет! Да почему? Почему так произошло? Всем привет, котята, меня зовут Лана, и мы решили проверить нашего молчаливого предателя в Амонге. Это же гениально, почему мы раньше этого не делали? Ну да, не знаю. Кстати, да, но здесь как раз-таки самое место молчаливого предателя. Да. Мы даже когда делали вот этого предателя в Тавре, мы типа такие, ой, может быть, будем голосовать как в Амонге? Ага. Внезапно, правда? Ага, вот-вот. Ну что, ребят, я предлагаю начать. У нас должен быть один предатель, и говорит тот, кто не предатель, поэтому мы сейчас и узнаем, кто будет говорить. Ну, собственно, я, потому что это мое видео, мы не будем делать, как мы делали, когда кто-то чье-то видео, он молчит, поэтому я сейчас самая желанная цель предателя. Еще посмотрите, как меняется мой костюмчик, когда я бегаю, я как будто сплющиваюсь. Мне интересно, сейчас Ёжа за моим костюмчиком следит или хочет меня прикончить? Ладно, хорошо, что меня все слышат, я могу говорить, что со мной рядом Ёши, со мной рядом Ёши. И если меня прикончат, то все будут знать, что это был Ёши. А вот сейчас вообще-то страшно, потому что я тут одна. Господи, это реально очень-очень страшно. Мое нелюбимое задание. Так, блин, а... Отлично. Надеюсь, там никого не убили, потому что здесь, как вы понимаете, одно убийство... Это еще ничего. А вот если убийство будет два, то это уже... Господи, мне страшно. Так, надо еще верхнюю открыть. Не знаю, ребят, как у вас, у меня почему-то подлагивает, еще и Ульяна телепортируется. Это немножко жутко. Не так телепортируется, как предатель, но немножечко по-страшному. Так, все, Ёша починил. Ёша починила. Знаете, мне кажется, начало лагать, когда вот это вот кислород закончился, у всех там кислородное голодание, все как бы мутнеет в глазах, начинает и рябить. Блин, ребят, я реально боюсь сейчас всех, не подходить ко мне. Не надо, не трогайте меня. А вот знаете что, сейчас, наверное, было бы круто, если бы кто-то мог показать, что у него есть какие-то задания, и я бы знала, что это не предатель, но это тоже вроде как нечестно, потому что когда мы играем в Пигги, в молчаливого предателя, не предатель не берет пистолет, если он молчит, чтобы никого не подставлять. Блин, еще свет выключили, да ну, нет. Все, я жива, все в порядке, так, ладно. Мне почему-то вот кажется, что кого-то... Вот одного в живых уже нет. Вот почему-то у меня есть такое ощущение. Заданий-то почему-то очень много. Ой, неси уже тут документик. Кстати, вы заметили, что я здесь голая бегаю? Вот здесь вот задание ношу голое, а так-то я не голая. Это, мне кажется, как-то немножко нелогично. Блин, да вы издеваетесь еще. И вот это задание, оно очень длинное. Слушайте, я правда думаю, что кого-то уже прикончили. Хотя у нас, по-моему, предатель устраивает саботаж. А знаете что? У нас очень-очень всегда любит устраивать саботаж Ульяна. Я знаю. Это вот можете прислушаться к моим словам, запомнить их. И, в общем, да. Так что... что мне еще осталось выполнить? А, подождите, я бензин же уже взяла, да? Ладно, хорошо, давайте вот... Блин. Так, вот сейчас. Раз. Два. Три. Отлично. И... О, можно прямо здесь сделать задание. Это, кстати, одно из самых длинных заданий. И вот, знаете, я не знаю, мне сейчас вот говорить что-то или не говорить, потому что вы-то все видели. Ребята-то все, может быть, слышали. Я просто... Я не знаю, как реагировать на эту ситуацию. Вроде достаточно времени прошло. В смысле? Ты лягушка предательская. Ты что наделала? Ты кого еще убила? Меня. Ужас. А я даже не видел, где ты умерла, Ульян. Я прям была уверена, что... А я думала, что... Что это ты, Ульяна? Ты вот всегда саботажи устраиваешь. Да, как-то так вот. Кстати, ребят, я когда увидела, что я не убийца, не предатель, и, ну, как бы обрадовалась и немножко огорчилась, и потом у меня загорелась такая желтенькая штука, ну, как будто бы у меня... Я могу использовать люк. Представляете? Я так испугалась, думаю, ничего себе, я предатель. Я нажала, а в итоге меня просто заставили там убрать пиццу и какие-то скрепки. Что такое, вообще не понимаю. Это, может, новое задание какое-то? Возможно.
но неприятное. Ну да, да, так, ладно, ребят, я надеюсь, что в этом раунде я буду молчать. Мне так вот хочется почему-то. Потому что я уже и так болтала, когда тебя убивают, это вообще не круто происходит, вот. Ну ладно, ты случайно попалась. Слушайте, а я вот что подумал, собственно говоря. Надо какие-то правила ввести, я даже не знаю, к сожалению, я сейчас с вами не поговорю, потому что для диалога нужно несколько человек, как минимум. Вот. Ой, слушайте, а задание, вот это вот, где наливается жидкость, ну, в меде, оно теперь стало таким же, как, где оно, блин, было такое, я не помню, по-моему, непосредственно в роблоксовском Амонге, а до этого в Амонге это задание работало проще, то есть ты просто стоишь, ждешь, пока оно там все нальется и все такое, ну, короче говоря, вы помните это задание. Вот, по поводу правил, я даже, честно говоря, не знаю, как бы лучше это сделать, что ты тут делаешь, что ты там делаешь, не знаю, что ты там делаешь, и ладно. Так вот, по поводу правил, мне кажется, надо как-то их усовершенствовать, чтобы мы не жали саботаж и, не знаю, не сразу как-то выгоняли предателя, потому что, ну, если один человек молчит, один человек говорит, вот, а остальные трое молчат, то если кто-то молчаливый найдет трупик кого-то другого молчаливого, то он просто может голосовать за другого молчаливого, все просто, все максимально просто. Вот, поэтому мне кажется, нужны правила. Ой, и надо пройти сложное задание. Интересно, кому еще надо пройти сложное задание, а кому нужно уже, скажем так, проходить задание в виде призрака. Я даже не знаю, но пока я вижу Еву. А вот стоит ли нам об этом вообще говорить? Кого кто видит, а то вот сейчас как-нибудь вскрикну. Вот так вскрикну, типа: «А! Лана! Меня убила прямо сейчас!» Но нет. Ой, какая-то пакость сейчас сделалась, и кое-кто стоял сейчас в это время, когда делалась пакость, о боже мой, я даже и не знаю, кто бы мог быть предателем, ох. Так, ладно, схожу-ка я в медпункт, заберу-ка я вот эту вот штучку бесполезную, и буду-ка я ждать, пока произойдет убийство. И потом мы с вами обсудим правила, кстати говоря. Заметьте, какие огромные стали вайфайны. Просто огромная вайфайна. Я даже не знаю, зачем ее сделали такой большой. Может, кому-то не хватало, не знаю, маленького значочка. Вот, зато электричество осталось такого же размера. Это интересные наблюдения. Вот, что еще? О чем еще поговорить? Ой-ой-ой, тут что-то закрыли. Кто-то мертвый здесь будет, ну-ка. Что, все живые, но может быть сейчас кто-то мертвый просто лежит и молчит, и грустит, и это капец как грустно. Ну-ка давайте, а вот так вот. Здорово. Че смотришь там? Че ты там стоишь, тусишь? Как дела твои, а? Ладно, меня закрыли. Хорошо, я посмотрю еще немножко. Так, один человек ходит, вы его видели, а другой человек просто стоит по прикольчику. Я даже не знаю, почему он это делает. Она, ладно, здесь все она, поэтому... Ой, ай, ладно, нормально. Я думал, что дверь закрылась не просто так. Ой, что произошло? Вот, но, видимо, просто так. Здравствуйте, уважаемая, я не буду говорить ваше имя. Здравствуйте, вторая уважаемая, я не буду говорить ваше имя тоже. А вот третья уважаемая, где же третья уважаемая? Здравствуйте, где, можно с вами пообщаться тоже? К сожалению, я пока не нашел, и мы можем сбежать уже. О боже, мы можем сбежать. Так, здесь нет никаких трупиков, вроде бы нет. Электричество, по-любому предатель... Ага, я понял. Я решила убить Лану. Да. Коварность. А Ева давно? Давно Ева мертва? Да, давно. А вот ты, когда саботаж случился, и у вас начались закрываться двери. Да, и мне шесть вернули прямо в реактор. Я понял. Ясненько. Так что, ребят, насчет правил думаете? Ну, давай, Ёши, правила есть правила. Не устраиваем... В смысле? Я не поняла. Саботаж?
Ну, типа, не-не, саботаж нормально. Мы созываем совет, чтобы выкинуть кого-то или нет? Ну да, но пока до этого не доходило, предатель просто всех вырезает, как бы, вот именно. Ну ладно, хорошо, давайте тогда пока ничего не будем трогать. А вы, ребят, напишите в комментариях какие-нибудь идеи для этого нашего нового мода. Ну что, ребят, продолжаем. Так, ну что, я думаю, сегодня моя очередь. Я вот, слава богу, не предатель. Я не ожидала, что я буду первой предательницей из всех. И, кстати, вот мне было интересно. Я, когда уже была в виде призрака только что, я видела, что Лана выкидывает мусор. И ёжик как-то не торопился посмотреть, выкинула ли Лана мусор. Вот, и я бежала и не успела в итоге. Ну, как мы уже все знаем, Лана все-таки выкинула мусор, просто я тоже не заметила этого. А вообще... Вообще, ёжик, кстати, мимо меня проходил, когда мне Ульяна шею свернула. И, ну, в принципе, он шел вообще-то к охране, вот. И я там лежала, ёж такой, сейчас найдем кого-нибудь, там, наверное, трупик лежит, грустит. И я такая лежу, грущу, понимаю, что сейчас ёжик меня найдет, а он не нашел. Я, короче, полежала, погрустила и полетела дальше задание выполнять. О, кстати, а меня... А, нет, я думала, мне можно просканироваться, хотя, в принципе, зачем кому-то знать, что не предатель, если я все равно говорю. О, что? Мне сказали, ждать не надо. Только что было что-то про кофе, наверное, сходите выпить кофе, но мне надо выполнять задание, и... Ого, ого, вот там заданий прям много. О боже мой, а зачем я перетаскиваю оружие в мой планшет? Что это такое? Что-то очень странное здесь происходит. И мне кажется, кого-то там уже тюкнули. Вот 100% тюкнули. Надо пойти на поиски. Ой, а тут задание оказывается. Тут два задания. Так, ну слава богу, они коротенькие. Вот меня, кстати, Ульяна убила на том самом сложном, долгом задании, когда ты переключаешь эти вот в реакторе от 1 до 10, или... Да, кажется, от 1 до 10, а до этого Ульяна еще мне испортила еще одно задание, когда я стояла вот это вот... ну, тыкала тоже в реакторе. Так, сейчас, подождите, у меня не настраивается частота. Да что ж такое? О, отлично. И, короче, я... Вот уже последнюю комбинацию вытыкивала, и тут произошел саботаж, и было очень грустно, короче. Слушайте, а мы хорошо выполняем задание. Сейчас мне шею кто-нибудь сейчас вернет, и будем не очень хорошо выполнять. И все, кстати, все обходят меня стороной, потому что я одна из тех, кто разговаривает. Так, доделываем задание, и кажется, у меня... Ой, блин, а зачем я так сделала? Я только что открыла карту и посмотрела задание сбросилось. Короче, мне кажется, одно задание даже осталось, поэтому давайте, ребят, поторопимся. Надо обязательно, чтобы мы все выполнили быстрее предателя. И последнее вот здесь. Нет! Боже! Ёши гонял за мной всю игру, я еще и думала, что он точно не предатель, но тут Ульяна выкидывает мусор, и Ёши решает меня убить. Ребят, я знаю, ребят, я знаю, я дико извиняюсь, нам надо, знаете, что сделать? Нам надо убрать визуалки, визуальные задания, потому что тогда прям совсем все супер понятно. Да. Ева настолько прям идеально вообще вытерпела свою смерть. Я даже не запнулась, я думаю, вау, обалдеть. О, блин, я думаю, почему Ева никак не среагировала, думаю, что, почему мы проиграли? Да. Ой. Честно говоря, я хотел убить Лану, но она постоянно бегала в самых популярных местах. Она была в центре, я за ней прям бегаю, прям показываю. Лан, ну давай, куда-нибудь зайди, ну в уголочек, я тебя хлопну. Ну, давай, знаешь, пожалуйста. Ёж, я боялась, когда мы с тобой сидели в электрике, я там, у меня 4 или 3 задания было подряд. Ого. А ты прям за мной от одного задания к другому. Я думаю, ну раз не убил, значит такие же задания, думаю. Да, короче, да, один вообще... в один задания были. Прям понятно, вот задание такие же. Убить нас всех. Ну что, ребят, давайте, наверное, еще один последний разочек. И я очень надеюсь, что я все-таки буду предателем. Ну, просто хочется так.
И нет, я не предатель. Да блин, это страшно, меня сейчас опять убьют. Вот, вот знаете, а мне кажется, каждый раз убивают того, кто говорит. Потому что это такое вот самое любимое предательское занятие. Просто прикончить тех, кто, ну... кто попытается вас не выдать. Короче, мне очень обидно, что в моем видео я ни разу не стал: вот, смотрите, я вам уже хотела показать, вот Люк, Люк, но я не предатель, я могу его... Йоши, Йоши, уйди! А, вот я закричала: Йоши, значит, все. А я могу использовать Люк, открыть его, вот эту штуку, смотрите. И здесь надо мусор поубирать. Обалдеть. Очень круто, но не круто то, что у нас сейчас кислород закончится. Но мы его сейчас исправим. Я смотрела, что Ёж пошел наверх. Значит, я сейчас внизу, вот здесь, вот это вот все сделаю. 6-4-1-6-1. Все отличненько. Слушайте, может, мы хоть разочек сможем убежать? Я просто очень надеюсь, что... Да блин, а карточка. Не, ребят, я сейчас карточку не смогу никогда провести. Смогла. Надо просто ее напугать. Я думала, что не смогу карточку никогда провести, и мы из-за этого не сбежим. Но вроде как мы сбежим. Кстати, я отключила визуальные задания, поэтому сейчас, когда я пойду в медпункт... Нет! Нет! Ну почему? Почему так произошло? Божечки, обнаружено тело, обнаружено тело, но я не знаю, кто это. Господи, что делать? А сейчас знаете, что самое крутое? Что Ева будет голосовать за Ёши, а Ёши за Еву, потому что один из них предатель. И мне сейчас нужно узнать, кто предатель, и кому-то поверить. Но, по-моему, Ёши был в другой стороне. Мне кажется, что это все-таки Ева. А, боже мой... Ёши первый проголосовал, давайте проголосуем за Еву. Давайте выгоним Еву, если это как бы на самом деле не должно было бы так, то Ева меня, наверное, простит. Да! Отлично! Ладно, конечно, молодец. Ты запомнила прям, да, круто. Интуиция! И, получается, вырвала победу из лап Евы и... скажем так, помогла победить мертвому члену нашей группы. Ну, тогда я думаю, что нам можно еще раз сыграть. Это очень коротко, как это все произошло. Давай. А да. Я буду надеяться, что я буду предателем. Я даже, знаете, даже, наверное, помолчу, ну, или не помолчу. Ну, короче, сейчас посмотрим. Так, ну что, раз Лана замолчала, собственно говоря, я не прочь поболтать. Почему бы и нет? Собственно говоря, ребята, давайте обсудим, пожалуйста, размеры Wi-Fi-ны. Какая Wi-Fi-на у вас дома? Пишите в комментариях размер вашей Wi-Fi-ны. Разумеется, в метрах. В метрах. Метры — это у нас стандартная единица измерения. Система Си в физике — это именно метры. Никакие не сантиметры, не деци, упаси господь, метры. Вот именно метры. Поэтому пошли, взяли метр, измерили. Измерили вашу Wi-Fi. Wi-Fi-ну и написали в комментариях об этом. О чем еще говорить? Вот смотрите, это Wi-Fi-на нормального размера, а это Wi-Fi-на меня устраивает. Но, однако, другая Wi-Fi-на, она мне... Вот, посмотрите, она огромная. Они маленькие, она огромная. Огромная Wi-Fi-на, она меня пугает. Что это за размер вообще? Так, ну да ладно. Значит, с размерами Wi-Fi-н мы с вами... О, тихо. А вот... О боже, давно у меня не было этого задания. Интересно, лайфхак работает? Ой, как вкусно. Как вот мне нравится вот такой лайфхак. Просто каждый раз максимально приятно. Ох, ребята. Я вот честно говоря, я даже вот, ну я даже не знаю. Блин, я тебе хотела найти, чтобы сказать, что это Лана предатель, а блин, я тебя не могла найти никак. А ты меня убила? Ты, да. Ты меня, ах ты ж кошка наглая. Просто я, знаете, понимаю. А я сейчас объясню. А я слышу, что Ёша говорит про лайфхак, а у меня уже откатилась способность убивать. И я думаю, ну значит, Ёша карточкой проводил. Я иду туда. А потом Ёша такой: о, тело. Я думаю, а тело ты нашел. Ну я же помню, где я Еву прикончила. Я спускаюсь. Я, короче, почему не нажал? Я думаю, сейчас, ну, кто-нибудь объявится, попрыгает возле меня, еще что-нибудь сделает. Ну, пришла Лана и попрыгала на моей голове. Господи, с ножом, с ножом. Ёши,
Я на самом деле прыгала в виде призрака, но ты не видел, к сожалению. Блин, иногда прям мечтаю видеть призраков. К сожалению, нет. В общем, я надеюсь, нам повезет в следующий раз. Ну, а в этот раз все вышло довольно неплохо. Вот, ребят, напишите в комментариях про правила. Может быть, у вас есть какие-нибудь интересные. Обязательно. Размер Wi-Fi в комментарии, пожалуйста, да. Вот, напишите, пожалуйста, про правила. Может быть, что-нибудь интересное вы нам посоветуете. Ну, а на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! 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 Пока!